Владивосток, 27 мая 2022 года. В порту идет разгрузка контейнеров. Вот погрузчики снуют туда-сюда, а вон там стоят контейнеры. У стенки пришвартовано судно Сунрио. Идет разгрузка автомобилей.
товарный поезд. Там центральная площадь города, площадь борцов за власть советов. Стоит красноармеец Трубач со знаменем. Даль Рептус с левой стороны. Администрация здания. Там вокзал Аэроэкспресс, вот это вот здание. Железнодорожный вокзал, морской вокзал. Вот на этот путь приходят поезда с разных городов России. Паровоз. Сорок 4 время.
кафе Феникс. Там дедушка Ленин, памятник. Здание Почты России, часы, какое-то определенное время, наверное, в 12 часов звучит мелодия по долинам и по взгорьям. Вот. Ну, привокзальная площадь города Владивостока. За железнодорожным вокзалом виден Золотой мост. С левой стороны морской вокзал. Здесь скверик такой небольшой. Что-то шумит, какой-то звук. Звук какой-то разносится здесь. Непонятный, наверное, с порта. Гудит что-то. Накрапывает дождик. Там черешню продают 450 рублей килограмм, наверное. Гостиница Приморье здесь находится. Три звезды. Дождик накрапывает. Сюда посмотрим, что здесь во дворе. С левой стороны стоянка. Что здесь за адрес? Жилой дом.
часть какая-то. А, наверное, военная часть какая-то. Ну, не военная. Морфлот. Там он, Андреевский флаг. Тихоокеанский флот. Это жилое здание. И автомобили. Автомобили в основном праворукие, японские. Здание с серпами и молотами. Васецкая, 10. Вот это вот здание. Желтый домик, Пасьетская, 5. Скверик такой. Елочки, сирень цветет. Такие вот вазоны. Ой, запах сирени, обалдеть.
Хорошо. Еще один скверик внизу. Самокатчики повсюду по-прежнему.
Здесь находится Феска Холл, в котором проходят концерты, ну и другие, наверное, мероприятия. Три кита.